Привет, друзья, с вами Виолетта. И коротко о том, куда сходить в Волгограде на этой неделе. Актуальные события, новинки кино и все самое интересное. Ну что, погнали? До 15 марта в ТРК «Мармелад» представлен интерактивный развлекательный проект для детей и взрослых «Не стрелять». Вы сможете сфотографироваться и пострелять из точных копий настоящего оружия. 10 марта ощутить драйв и энергию шоу «Танцы на ТНТ» можно в Центральном концертном зале в 19.00. 12 марта комедия «Здрасте, я ваша тетя». История молодого человека, выдавшего себя за вдову-миллионершу. Музыкальный театр в 18.30. 13 марта романтическая комедия «Любовь со взломом». Вор должен сидеть в тюрьме или влюбиться. Узнаешь в молодежном театре в 19.00. 14 марта «Каста 20 лет». Презентация нового альбома «VS Club» в 19.00. В кино выходит боевик фантастика «Bloodshot» с брутальным красавчиком Вин Дизелем. Корпорация возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона. Армия нанороботов превратила Рэя в бессмертного Бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Контролируя тело Рэя, компания влияет на его разум и воспоминания. Но герой пойдет на все, чтобы выяснить правду. На этом у меня все. А как провести время? Выбор за тобой!